Самой актуальной темой 2023-2024 года в крипте стала тема аирдропов. И если ты еще ни разу не получал аирдроп, то сегодня тебе повезло. Если ты досмотришь это видео до конца, я тебе гарантирую, что именно сегодня получишь свой первый дроп от биржи Bybit. Для того, чтобы получить аирдроп, нужно понимать, что это такое и каких видов он бывает. Аирдроп делится на две большие категории. Это ретро-дропы и баунти-дропы. Баунти-дроп для тех, кто больше всего сделал в проекте финансово. Да, то есть самые большие транзакции, самое большое время провождения, все самое-самое-самое. Это баунти-дроп. Награждение самых крутых пользователей. Ретродроп – это награждение самых первых пользователей, тех, кто больше всего времени провел в блокчейне, тех, кто больше всего сделал транзакций и много-много работы именно в самом блокчейне, возможно, участвовал в тестнетах. В общем, максимально показывал свой интерес к проекту. Мы же с вами будем получать ни то, ни другое. Мы будем с вами получать именно аирдроп. Аирдроп отличается от ретродропов и баунтидропов тем, что здесь четко прописаны действия. Ретродроп вы можете не получить, вы можете не попасть под какие-то из критериев. Баунтидроп вы с 95% вероятностью не получите, потому что там нужны огромные транзакции и огромное время провождения именно в сети самого проекта. Мы сегодня с вами сделаем определенные действия, за которые нас 100% вознаградят. Не будем медлить и давайте перейдем к бирже Bybit. Мы переходим на криптовалютную биржу Bybit. Если ты на ней еще не зарегистрирован, ты можешь это сделать с максимально возможными бонусами до 30 тысяч долларов к первому депозиту, а также с возможностью выиграть вот такой вот мерч. А еще у тебя сразу же будет возможность попасть в закрытый чат по трейдингу. Переходи и регистрируйся. Первый наш с вами дроп мы будем получать от проекта Mantle. Это партнерский токен биржи Bybit. Я раньше думал на самом деле, что это официальный токен биржи Bybit, но как оказалось, это не так. Именно от него мы будем получать первый дроп. Переходим на его сайт по ссылочке, которая будет снизу. Ее пока даже нет в разделах анонса, так что только по ней вы, в принципе, можете перейти. Здесь, по сути, указаны все условия получения дропа. Mantle Reward Station, то есть сюда заходим, читаем, что здесь происходит. По сути, это обычный стейкинг. Мы подключаем кошелек Bybit, закидываем сюда свои MNT-шки, в награду мы получаем токены M-Shards. M-Shards мы уже можем обменять на токены иена, которые уже залистились на бирже и уже там торгуются. Иена, кстати, не просто залистилась на бирже, она запустила два пула на бирже Bybit и на бирже Binance. Эти пулы были максимально крутые, с максимальной доходностью. Я заработал там более 300 баксов. Об этом вы можете почитать в нашем телеграме. Итак, как я уже сказал, я все действия буду проходить вместе с вами. Давайте пролистнем, посмотрим, что еще здесь есть. Ну, здесь указаны партнеры. И, кстати, здесь можно также участвовать в акции от BitGet, на которую также ссылочку вы можете найти в описании, если вы там еще не зарегистрированы. Можете сюда перейти и максимально большой дроп забрать с нескольких мероприятий. То есть читайте условия, но нас с вами сегодня интересует только аирдроп именно от биржи Bybit и Mantle. Чуть-чуть ниже пролистнем, здесь вся информация о, собственно, мероприятии. Что это такое, что такое Tena Shards, как здесь стейкинг происходит. По сути, это гибкий стейкинг, то есть вы свои монетки MNT можете забрать в любое время. Соответственно, как рассчитываются награды и все возможные условия, касающиеся данного стейкинга. Первое, что мы с вами сделаем, это подключим кошелек. Нажимая кнопку «Подключить кошелек», здесь я выбираю тот кошелек, который собираюсь подключать. У меня это будет Bybit Wallet. Нажму Bybit Wallet. Здесь мне нужно либо отсканировать QR-код, либо скопировать ссылку. Ну а если ты хочешь видеть ежедневный обзор на биткоин, если ты хочешь видеть ежедневный обзор монет, на которых можно поторговать на фьючерсах, если ты хочешь быть в комьюнити единомышленников и всегда быть первым в криптовалюте, обязательно переходи в наш телеграм-канал. Там я даю самые качественные сигналы в телеграме. Там у нас есть свой чат, где есть и опытные трейдеры, и новички. Там тебе всегда помогут с любым возникшим вопросом. Переходи и подписывайся. Уже несколько раз я отсканил QR-код, но здесь какая-то проблема. Я не знаю, возможно, только у меня, но если у вас такая же будет, покажу ее решение. Гораздо легче и быстрее это все будет сделать через телефон. Нажмем D-Apps. И здесь прям первое, что нам вылазит, это охота на аирдроп и Mantle. Нажимаем Mantle. Здесь, соответственно, ищем тот проект, который нам нужен. Это Mantle Reward Station. Сюда переходим. Connect Wallet. Выбираем наш Bybit Wallet. В сети Mantle. Подключаем, и все, кошелек подключен. Теперь нам нужно сюда перенести токены MNT, которых у меня здесь пока еще нет. Соответственно, переносим их сюда, и все. Нажимаем кнопочку Lock. Для того, чтобы нам сюда MNT закинуть, нам нужно закрыть, перейти назад в кошелек, найти токен Mantle и сеть Mantle, нажать кнопочку MNT и перевести с нашего основного аккаунта, с аккаунта финансирования на бирже Bybit, на наш Web 3.0 кошелек, на децентрализованный кошелек от биржи Bybit. Нажимаю кнопочку Deposit. Здесь перевод аккаунта с Bybit, сразу же кнопочка есть. Выбираю аккаунт финансирования, нажимаю кнопочку «Подтвердить». Здесь лежат все мои MNT. Я нажму кнопочку «Максимально», «Вывод средств» и здесь «Подтвердить». Сейчас пройду различные подтверждения по почте и Google аутентификатору и покажу, что делать дальше. Итак, средства буквально через 20 секунд пришли. Здесь я нажимаю, опять же, «D-Apps», «Mantle», ищу здесь «Mantle Reward Station». Здесь заново прохожу, вот видите, у меня приходят письма, что снятие успешно выполнено, все хорошо. Здесь выбираю вновь сеть Mantle, нажимаю кнопочку «Подключиться». Здесь все это не так быстро работает, как хотелось бы. Опять же нажимаю «Connect Wallet», «Bybit Wallet». Все, меня подключили, все отлично. Здесь показывают
мое количество мантлов, мой адрес в сети мантл от децентрализованного кошелька. И здесь я нажимаю кнопочку максимально, то есть все токены, которые есть, я все хочу застейкать. И, соответственно, save some MNT for gas free, то есть это сохраните несколько MNT для того, чтобы заплатить комиссию за газ, так как это все децентрализованное приложение. Нажимаю кнопку lock. Здесь мне показывают, все нормально или нет. Видите, опять же, мне показали недостаточные MNT для оплаты газа. То есть здесь я возьму и внесу не 771, а 771. Ну, без копеек. Соответственно, здесь комиссия 0.02. Для того, чтобы мне их потом снять, мне опять же нужно будет заплатить комиссию за газ. Нажимаю кнопочку далее. Все, разрешаю ставку. Подтверждаю. Ожидание подтверждения. Сейчас мы подождем, пока наша транзакция одобрится. Все, ордер на выполнение транзакции размещен. Нажимаю кнопочку закрыть и по сути все. Мне показывают, сколько мне дадут награду M-Shards. Ну и соответственно, я все это время буду свои токены MNT держать в этом стейкинге. Именно за это мне будут начислять монеты M-Shards. M-Shards я могу потом поменять, как я уже говорил, на токен иена, который я могу продать на бирже Байбит. Все просто, легко, и вот ваш первый аирдроп. Самое главное — это не забыть забрать свои MNT. Обязательно пользуйтесь всеми возможностями, которые дает криптовалюта. Обязательно получайте свои первые аирдропы и зарабатывайте вместе со мной. Вы были на канале Денисов Трейд. Я всем желаю профита. Всем пока.